Друзья, спонтанное видео, как я заговорил, она перестала храпеть. Сейчас тихо, спокойно, давайте постоим, посмотрим, будет она храпеть или нет. Ну, есть легкий храп. Пока я не заговорил, она достаточно громко храпела. Самое главное, щенки ее сосут. Вот, спит себе в удовольствие. Что маленькие, что крупные щенки с удовольствием сосут ее. Как ни в чем не бывало, приняла щенков пумы, чему я очень рад. И вот так себе лежит. Вот как раз кобелек. Лежит маленький. Очень надеюсь, что все щенки выживут, никого она не раздавит. Очень осторожная. Такую же осторожность я замечал у елки. Ни одного щенка за все время она не раздавила. Очень аккуратно садилась. Все контролировала своими повадками. Зара тоже напоминает ее. Вот так вот. Вот такие короткие видео я вам сегодня поснимал. Ставьте лайки, делитесь видео. Вы смотрите канал Волкодавы 05.